Делегат съезда – киевский ученый Павел Тревайло. Все познается в сравнении. Среди делегатов исторического 6-го съезда комсомола, на котором Союзу молодежи было присвоено имя Ленина, ни один человек не имел высшего образования. В работе 19-го съезда в ЛКСМ принимали участие 84 доктора и кандидата наук. У меня мечта на новые установки. Значит, поставить эксперимент по изучению демпфирующих свойств новых устройств. Часто работа сопряжена с трудностями, именно с тем, что результата как такового не получаешь. И только после преодоления этих трудностей, вот тогда наступает истинное удовольствие от своего труда. Когда я проводил экспериментальную часть своей работы, там действительно каждый день требовал преодоления этих трудностей. И когда получался результат, ему радовался, как настоящий ребенок. Я являюсь секретарем комитета комсомола Института проблем прочности Украинской академии наук. Это интересная работа, когда ты можешь понять человека и помочь ему. Вот это вот доставляет радость. На десятках предприятий Украины внедрены изобретения ученого. Павлу Тревайло присвоено звание лучшего молодого изобретателя республики.